Всем привет, с вами Хася и это канал Вот Про. Сегодня мы посмотрим танки на Xbox 360, также посмотрим Химмельсдорф ночной и в принципе чем они отличаются от танков на ПК. Так, ну при первом взгляде видно, что танки довольно-таки сильно отличаются от тех, что на ПК, потому что здесь используется движок не Big World, а DR, который использовался в игре FR 3. Очень красиво сделали дождь, очень классно падают капли. Так, ну вот видим, немножко не прогружаются камни, текстуры. Очень красиво сделали освещение, потому что, может быть, многие помнят еще Руинберг в огне, в котором вообще ничего не было видно. Все было темно. Огни, огонь, огонь, огонь и маркеры. Тут же все красиво сделали. Видно, что эффекты лучше сделали. Взрывы машины очень красивее. Я думаю, вы тоже заметили, какой был классный трассер у летящего снаряда. У нас же это просто какие-то полосочки летят. Также вот попадение по танку. Какие-то более реалистичные, и кажется, что по тебе настоящий танк стреляет, и ты танкуешь. Вот мы видим отражение от фонарей, динамическое освещение всего этого. Так, ну я думаю, вы все сами прекрасно видите, поэтому я прекращаю свою болтовню и дам вам спокойно смотреть видео.